Всем привет! С вами Жавер Поэкшаков, также со мной Макс. И в этой серии мы покажем вам, сколько мы можем бойцов одеть. Как-то так. Он с вами поздоровался. Ладно, пошли идти. Вот это игре я... Ссылку на игру я скину в описании. Тут очень-очень много сеансов, но мы начнем с самого первого. Он уже пошел там. Так. Он взял реапер. У начального сеанса есть гигант, бластер, кость. Гастер бластер обычный, синяя кость и бластер как-то так. О, вот так вот. Так, чтобы мы побыстрее показывали вам все, мы будем выбирать вам того, а я другого. У этого санса есть такая вот кость. Дальше есть гигант оранжевый бластер. Он работает только когда ты двигаешься, как если вы не знаете. Дальше гигант. Гастер бластер простой, синяя кость и гигант синий бластер. А еще 4 бластера. Так, смотрим на Макса. Так, ну вот такие это кость написал, большой гастер бластер у него и синяя кость. Большая синяя кость. Следующего, а он берет тоже следующего. Итак, я сейчас взял Эндерфелд Санс. У него есть вот такая кость красная, гигантский бластер, простой гастер бластер, синяя кость и гигант бластер. Вот такой. Да Максу 100 лет бежать. Я взял хард сенсор. Также мы не говорили, сколько у этих сеансов ПП, поэтому вы вот видите. Гигантский такой. Вот такой. Вот такой. И вот такие. Так, а у Марса вот такие. Большой мастер.
обычного санса. Только урон, наверное, побольше и больше ПП. Так, переспавнимся. Он, походу, щиток запутался. Так, мы бежим к друг другу на встречу. Ладно, я вам пока атаки покажу. Вот такая кость у Нинисенса. Вот такой гигантский бластер. Дальше простой бластер. Синяя кость и вот такой. Также у него 600 хп. Так, давайте респаунимся. Бежим за следующим. А, у него есть еще 3D. О, мы появились друг друга. Так, вот такая атака. Вот такой гигантский бластер. Разноцветный, он стреляет разноцветными. Вот такая синяя кость и дискотека. Она бьет. А у меня 750 кп, у него 700 кп. У него большой бластер оранжевый, бластер. Кость синяя. И вон ров. Кость что-то такое. Так, респавнимся. Ой! Так, я глич, а он дает. У меня вот такая кость. Гигантский бластер. Простой. Синяя кость. И вот такой. Вот смотрите, как это как финальная атака. Почти. Так, у него кость, большой бластер. Бластер. Восемьсот кп у него, у меня 900. О, перчатка у него, которая у меня бьет лишнее оружие. Урон 12. 800 кп. Ну, мы сегодня много кого покажем. Так, он берет Даста, я Хото Негатива Санса. У него 1000 хп и 1200. У него 1000 хп и у меня 1200 хп. Так, у меня вот такие кости. Гигантский Дастер Бластер, простой и синяя кость была. Так, бежим к нему.
меня вот такая атака, вот такой гигантский бластер, простой гастер бластер, синяя кость и крым гастер бластер. У него кость. Большой бластер, гастер, гастер бластер, синяя кость и бластер гирс. У него еще огонь. У меня 1850 кп. Еще вот такое есть. И три зубы с ним. Это все, что у него было. Сейчас он Геносанса возьмет, а я возьму чего там? Киллер. Не, не киллер, а вот это. У него вандерфон. Так, у меня вот такая кость, гигантский бластер, гастер бластер и вот такой меч. Вот такой меч. ХП у него 1500, а у меня 2600. Ай-яй-яй! Кстати, вот эти пирожки хилят полностью. Так, он возьмет киллер. А я. Так, у супер дельта, ну как я его называю, я кость, вот такой большой гастер бластер, вот такой, и фил бравер пич. И 1300 хп у него, а у него 2100. Так, что это делает? А, это его дамажит. Кость, большой бластер. Вот такой. Смотрите, какой. Гастер бластер. Синяя кость. Слэш. И нож. Так, он хоррор берет. Если что-то, мы там дальше 110 тысяч и так далее. Мы сейчас покажем. Подождите. Я беру офсанса. Офсанс это Роллокс Санс. Так, у него 1300 хп. Вот такая кость. Гигантский бластер. Смешной очень. Простой гастер бластер, тоже смешной. И синяя кость. Смотрите, это синяя кость, и можно очень быстро появиться. И гастер бластерами тоже. Так, у него 2500 хп, синяя кость, кидок топора, слэш и топор.
Уран топора 228. А чё, ему вообще пофиг? Ему, походу, вообще пофиг. Да, ему вообще пофиг. Ему вообще пофиг. Так, он сейчас возьмет антивируса. Мы просто потом покажем после 100 тысяч. Так, я вот не выберу. Это походу все рыфы. Так, у него кость. Гигантский бластер. Гастер бластер. Синяя кость и 2000 хп. Нам еще много показывать в этой серии. В следующей серии мы попытаемся всех показать. Всех. Но это не точно. Видите, тут копить очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень долго. О, вот он. Так, хп у него 4400. Это очень много. Так, кости у него зеленые, большие бластеры, простой гастер бластер, такой урон. Ну, 40 очень хороший. Синяя кость. Удалитель вирусов. Покажи. А, удаляет эффекты из экрана. Я просто вот за 110 тысяч вам хочу показать, но если пока мы это всех не покажем, то ну, вы понимаете. Так, он принял вирус. А я, пожалуй, хоррора возьму. Показывай. ХП. 6000. Лук у него, который стреляет синими искрами. Хилзона. Это очень хорошо, так можно похилить всех. И палка. Но мы не узнали, сколько палка дамажит, ну ладно. Он отойдет на несколько минут. Ладно, давайте пока что попытаемся себя убить. Я только не знаю, как это мы сделаем. Ведь мы играем за хоррор. А, вот так вот. Вот это, по-моему, больше дамажит. Да, это больше. Смотрите, тут у него прям кость такая очень хорошая. Это что у других. У хоррора самая лучшая кость. Потому что у него она прям выглядит, как у него и должна быть. Да, не пас.
могу, этого не могу. Я не знаю просто, кого я могу увидеть. У Макса очень много персонажей, даже есть 3D, которые заинвентил, но я в инвентах не участвую. Вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. У меня точно нет, и вот этого. А вот это сам просто нет. Я старый ивент. Ну, мы в ивенты сейчас не пойдем, конечно же. А что за вид? Ладно, не можем мы в вид попасть. Извините, просто я сейчас снимаю без паузы. Забыл ее включить из-за этого. Вот такое. Поскорее бы уже этот шанс. Я бус. Рос, Найтмер, Приятель, Братан Ерр, Инг, Ерр, Алпха, Тейлисон, Сыркин, Коммунтиверси, Ерр, 404, Омнипотенты, Санс. Кстати, эти вот здесь вот за 1 миллион. 1 миллион? Да, 1 миллион можно сделать 1 RS-сет, а за RS-сета там столько новых персонажей. Но также тут есть секретка. Смотрите. Тут можно пройти сквозь стену. И тут у нас... Вот у нас... Тут у нас второй ресет. Он за 50 ресетов. У него все сбрасывается. Даже гайм-пасы и так далее, и так далее. Даже элементы эти. Хоть бы он бы нам не забыл здесь тут. Вот это. Кстати. Все, мы выбрались. Тут я стоит что-то тут стена. Пытались сломать игру. Фэлсон. Что-то написал мне. А, он вышел. Он вышел. Он вообще вышел. Как же нам пробраться к этому? Может. Сейчас-то вот нам поможет. Не может. А к этому? Не получается. Не получается. Хотя, ладно, думаю, на первую серию столько хватит. Мы потом выпустим еще одну серию. Всем пока-пока, до новых встреч. С вами был Жора Плейшахов. Также со мной был Макс, только он вышел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления об новых видео. Всем пока-пока, до новых встреч.